поздняя осень – самое опасное время для пешеходов. Темнеет рано, частые дожди. Видимость на дорогах снижается. Это пешеходный переход на улице Лебедева, возле дворца спорта «Молот». Фонари зебру практически не освещают. Пешеходы в буквальном смысле выходят из сумрака. Темное время суток, особенно в дождь. Вот на этом, на этом участке дороги совершенно не видно пешеходов. Желательно, чтобы сделали дополнительное освещение. И вот сейчас мне предстоит переходить дорогу, и мне страшно. Хоть гулять приходится с ребенком, но все равно то, что не видно, и ждешь, пока остановятся машины, на самом деле. И таких мест у нас ведь много в городе. Если вы знаете о местах в городе, где, к примеру, из-за отсутствия освещения можно легко стать жертвой нападения или получить травму, сообщайте нам. Телефон 2630-300, абонент «Утро». Давайте вместе делать город безопаснее.